друзья, всем привет. С Романом приехали в ЦПКО, получили стартовые пакеты на весенний бодряк. Вот такие вот номерочки у нас. 81 номер мой на 5 километров. И вот такой вот номерочек у Романа. Роман завтра побежит у нас первый свой забег в истории, да? 400 метров. Первые 400 метров твоих будут. Вот такой номерок ему дали. В общем, ребят. Медаль будет вот такая. Ну все, Роман, Рома, все, ни на кого не смотри. Роман, все, давай, никого не смотри. Передай привет. Увидимся на финише. Все, давай. Родители, если вы бежите, до конца добегаешь потихонечку, как ты можешь. Я в конце дорабатываюсь, понял? Я понимала. Каблок. Так, сейчас у нас забег Романа. Первый забег детский. Первый его старт. Роман у нас волнуется. Сейчас отойдем подальше чуть-чуть. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, Рома, вперед, смотри, молодец, давай, давай, давай. Молодец, молодец, Ромашка. Молодец, хорошо держишься. Все, сынок, молодец, прямо, спокойненько. Давай, спокойненько. Хорошо, молодец. Осталось чуть-чуть. Давай, давай, сынок, потерпи. Потерпи, родной. 50 метров, потерпи, молодец. Спокойно забегай. Все, спокойно, давай, давай, давай. Нету никого, спокойно, забегай. Ты чемпион, давай, давай, давай. Давай, сынок, быстрее. Молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, сынок, молодец. Все, молодец. Заходи, заходи. Молодец. Медалька, вот, смотри. Медалька. Тяжело было, сынок. Молодец. Молодец. Иди, апельсинку, вон медальку получи. Подожди, я буду надевать вам. Привет. Ой, молодец, сынок. А все сопли выйдете. Молодец, сына! За Чебурашку.
Котенок! Котенок! Молодец! Молодец, ну походи сейчас, походи, водись. Мама, я думала, я сейчас прибегу. Да ты чё, ну ты первый почти прибежал, там молодец, девчонки. Молодец, я... первый. Ну, молодец. Мой спутник первый прибежал. Ты, ты вообще мужик. Наверное. Теперь забег нашего папы. Когда я покажу номер? Мам! Да. Один пробежал, теперь следующее. А мама пока в сторонке. Тихо отдыхай. Надо мне маленько пробежать. Давай. Я вот здесь пробегу рядом, сейчас все эти 2 минуты. Так, ну что у нас, Роман Гончаров пробежал. Хороший результат показал сегодня первым стартом. Из мальчишек даже первый вроде пришел. Да. Так, ну что, осталось мне пробежать и больше будем отдыхать и поедем к бабушке и дедушке. Ура! Сегодня что у нас? 12 мая. Да. Курган Бежит организовал такой прекрасный забег. Весенний бодряк. Сразу вон солнышко выглянуло, тепло стало. А то утром холодно было. Да, Роман? Ну все, будем разогреваться. Бежим 5 километров. Что получится из этого, сейчас посмотрим, какое время будет на финише. Айда сюда. Давай. И его эти догнали. Давай, ну последнего я догнал. Сейчас, ну, крутяк. Фоткаешь нас на курган лежит? Сфоткаю. От видео снимать? Угу. Ну что, пробежали мы свою пятерочку. Было тяжело. Заранее включал, ну у меня 20.52, ну где-то может, ну 20.50, наверное, или 20.49 пробежал я. Угу. Побежал первым темпом. За этими легкоатлетами круг держался до самого этого, до выхода на дамбу. Посмотрел темп, где-то 3.58 был. Подумал, дохера. И правильно подумал. На дамбе на ветер побежал. На ветер тяжело, получился один был. А потом под ветер ничего, немножко опять отдышался. Все. В общем, пару раз пришлось терпеть. На финиш пробежали, на финише силы появились. Ромка подбадрил, молодец. Ну, вот такой вот у нас семейный выходной спортивный получился.
весенний бодряк словили. Ты употел весь. Да, кому понравилось, ребят, этот массовый. Надо старт. Было футболки бежать. Подпишитесь на наш канал Фарман. И поставьте лайк. Сейчас будет награждение Абсолюта на 5 и 10 километров забега. Сейчас посмотрим, кто там у нас лучшие бегуны. 39,59. Второе время 39. Все-таки выбежал здорово Монферов. Попался, да, он не солидный. Ну да, братья. Этого видел я. Они меня на финише аж догнали. Они, у них разница минута была, они меня здесь на финише догнали. В вашем кургане где-то здесь будет Курганская область. Раскатистая буква «Р». Ромке-то сколько? 32 где-то, ага. Не больше? Ну не знаю, может меньше. Меньше, да, лет 30, ага, ему. Так, ты что, ты уже набарабанился, что ли, Валер? Еще надо. Иди сюда. Я сейчас вас отдельно озаглавлю. Пока у нас интрига, кто же первый мужской десятки. Вот этот Валерий, он задавал вам ритм, барабанил, да не забарабанил. Немножечко. Может, ты что-то барабанишь? У нас полумарафон ты еще бежит. Ну, примерно до 12. Ну, еще минут 20 они бегут. Давай, спасибо, Валер. Потому что полумарафончикам вообще сейчас тяжело. Сейчас жара, они прямо вот, их надо бодрить. А тем временем... 39-23, то есть 30 секунд со вторым местом вот забрал ты. Себе Роман Макаревич. 39-23. Человек, который бегает айронмены. Держи, заслуженное первое место. 39-27 его время. Ну, нормально пробежал. Да. Неплохо так, но для его мышц. Ну, он такой объемный. Фролов Олег, третий. Олег Фролов. Ну, сегодня не ну, сейчас пройдет. Якимов Денис, второй. Есть Денис? Да, плохо. Нормально. Выше конкуренция. 30-39. Время 20-37. Мощное время. Третье место. Гончаров Андрей. Рома, иди с папой. Идем там на третью сумочку. Он нам спортсменов тоже поставляет. Ждем на следующих стартах со всеми детьми. Макс Пономарев, второй в этой категории. Молодцы! Болельщица! Люди добегают 21 километр, а мы уже отбежали и под барабанную дробь заканчиваем наш выпуск.